Приветствую, друзья. Как ни странно, у меня появилась такая мысль, что Будда тысячи лет назад сказал: рождение есть страдания, жизнь есть страдания, смерть есть страдания. Там где-то 30 лет искал выход и нашел нирвану, но не смог за тысячи лет по разным причинам, научить всех нирване, чтобы люди могли быть не агрессивными, чтобы войн не было, чтобы эго свое могли, как говорится, взять под свой контроль. А вот второе имя – Чиксенмихайи, который создал теорию потока, который говорил о стадии выживания во время войн, вот Великой войны, например, и люди, которые выжили, потом 30% из них по опросам, которые он делал много лет, оказалось, что имеет смысл в жизни, счастье в жизни. Оказалось, что это любимое дело, и когда они входят в этот поток, в любимое дело, им сама природа помогает, и все получается как бы... Ну, я когда рисую, моей рукой как бы ведет Бог, да? Вот нирвана, например, это путь к нирване, как Будда указал тогда, это медитация. Вот, а путь к медитации у нас – это снятие нервно-мышечных блоков. И сразу попадаешь туда, куда, если ты раньше пытался попасть и не мог, то ты попадаешь сразу. Так вот, формула счастья, оказывается, по моему представлению, до изумления проста, что даже сразу в голову не приходит. Хорошо, когда ты занимаешься любимым делом, а тебе за это еще и деньги платят. Вот тут полный баланс между духовными потребностями и материальными. И вот на вебинаре, который сейчас состоится, куда я вас приглашаю, я покажу вам нейротехнологии, новейшие, которые созданы за это время, которые уже испытаны, проверены. И вы увидите, как легко входите и в нирвану, и в поток, и решаете вопросы, которые раньше не могли решить. И это к вам моя, как говорится, любовь к ближнему. До встречи, друзья!